У Гомеле прошла конференция по выниках реализации проекта «Содейничание развитию на мясцовом узровне у Республики Беларусь». 3 года разные инициативы реализовывали у регионе при поддержке программы развития ААН. Финансовал их Евросоюз. Тему протягнет Евгения Кухаронок. С 2016 года по 2018 в Гомельском регионе реализовали 51 инициативу. Территория развития стали 11 районов нашей области, переважно те, что потерпели от аварии на Чернобыльской АЭС. Проект «Содейничание развитию на мясцовом узровне» у Республики Беларусь допомог активизовать туристический потенциал малых городов, поселков и весок. А кроме того, новыми идеями и проектами пополнилась система додатковой эдукации. И вогуле полепшилась инфраструктура у самых разных населенных пунктах региона. В рамках проекта проводились 2 конкурса мясцовых инициатив, основные и додатковые. Переможцу другого узнагородили сертификатами под час конференции. Сертификат на победу, в которой я получила сегодня, это инициатива «Кармянский районный центр дополнительного образования взрослых». Концепция инициативы предусматривает создание по аналогии с немецкими народными университетами структурной единицы, которая будет заниматься дополнительным образованием взрослых. Это личностное развитие, это профессиональное образование, дополнительное образование, касающееся любых других компетенций, для того, чтобы человек мог развиваться, получать дополнительную работу, уверенно чувствовать себя в жизни. Конкурс мясцовых инициатив включал 2 этапы. У первом принимали удел все районы страны. Было подадено 722 заявки, а маль каждая 8-я из них профинансована. По выниках его проведения вызначили пилотные районы, которые затем удельничали у реализации 2-го основного конкурсного этапа проекта. От Гомельской области отобрали Брагинский, Будокошелевский, Ветковский, Кармянский и Чачерский районы. Наибольшую активность у заявок переможцев проявили установы эдукации, культуры и спорту, оховы здоровья и мясцовые органы улады. Проект «Содейничание развитию на мясцовом узровне Республики Беларусь» дал людям инструмент, который позволил активно задейничать потенциал державы, мясцовых организаций и безвыплатную допомогу при вырашении проблемы, актуальной именно для их территории. Проект мясцовых инициатив хоть и подводит выники, однако уже планирует вернуться на Гомельщину с новыми пропановами. Министерство экономики очень рассчитывает, что при поддержки ПРООН и Евросоюза мы скоро вернемся на территорию Гомельской области и будем реализовывать принципиально новый проект в части поддержки именно малого и среднего бизнеса, его развития на территории тех районов, которые включены в программу социально-экономического развития на 2016-2020 годы. Методология, я думаю, скоро будет доработана, и мы сможем обеспечить поддержку инфраструктуры малого и среднего бизнеса, основанной, опять же, на инициативах из мест, чтобы мы понимали, какие сферы должны быть поддержаны, каким образом. И, ну, сами понимаете, один район у нас сельскохозяйственный, другой промышленный. Соответственно, поддержка в разных районах должна быть разной. До речи, одна из мясцовых инициатив, реализованных у Кармянском районе, фестиваль «Льняная карусель», 4 жнивня планує повторить минулогодний поспех, коли на свято у райцентр приехали 1500 гостей. Урочистая подія стала штуршком для развития туристического потенциала Кармянского района, а это значит, проект досягнув своей мети. Евгений Кухаронок, Ігор Марищенко, телерадіокомпанія «Гомель».